Передача «Дети в городе» в центре самых интересных событий. Сегодня впервые в городе Харькове первый детский ночной клуб от продюсерского центра «Нова мода». В клубе «Миста» начинает свою работу. Это первый ночной клуб для детей. И только дети знают, как делать так, чтобы им было весело. Поэтому этот праздник – детский вариант взрослых тусок. Диджеи – дети, ведущие – дети, пиджеи – дети и даже шоу на пилоне от детей. Вечеринка Kids Night Party начинается! Сегодня ваши воспитанники, диджеи, зажигают на первой ночной детской вечеринке. Как вам такая идея развлечения для детей? Отличная идея, потому что это очень весело. Сегодня очень много пришло деток, родителей. Все танцуют, все веселятся, потому что диджеи очень хорошо подготовились, много работали. Это энергия, это позитив. Это всегда хорошо, когда дети улыбаются, родители улыбаются, и всем хорошо. Я хочу научиться играть так же, как ваши диджеи. Где мне этому можно научиться? Тебе нужно прийти к нам в школу диджеинга, Kids DJ School, на первое занятие. Мы с тобой позанимаемся, мы тебе все покажем. Тебя заинтересует и все. Как вы считаете, нужны ли для детей ночные клубы? Да, только эти клубы должны быть только для детей, с правильным форматом, с правильным подходом. И тогда все будет хорошо. Это очень нужно. Когда все говорят твое имя. Поэтому и советую тебе заняться диджеингом. Ты бы еще пришел в детский ночной клуб для поиграть для всех нас? Конечно, это весело. Вечеринка в самом разгаре. И вижу, что ребятам уж очень понравилась идея для создания первого ночного детского клуба. Это точно, посмотри на танцпол. Это успех. You make me feel beautiful. Вы сегодня были ведущими первой ночной вечеринки для детей. Ваши впечатления? Нам понравилось. Нам, конечно же, понравилось. Как нам могло не понравиться? Сегодня на сцене выступали дети-пиджеи, дети-диджеи, ведущие. Как ты думаешь, у них все получилось? Да, они очень круто справились со своей задачей. Они всех развеселили, всех взбодрили, и у них это получилось. Здравствуйте! Как вам пришла идея создания первого ночного клуба для детей? И взрослым, и детям нравится веселиться. Так вот, дети любят веселиться не меньше, чем взрослые. Сегодня был экспериментальный проект. Мы попробовали, насколько это будет интересно. И мы увидели, что дети действительно зажигали. Им действительно было очень круто сегодня на танцполе. И не только детям, но и взрослым. А это значит, что Kids Night Party будет продолжаться. Вот это мы сегодня повеселились! Детский ночной клуб – это круто! Kids Night Party – это первая, самая крутая детская ночная вечеринка. Действительно, состоялась! Состоялась благодаря каждому, кто поддержал такую интересную идею! Друзья, родители, ребята, продюсерский центр «Нова мода» говорит вам огромное спасибо! Эта вечеринка только начало. Kids DJ School и «Нова мода» будут часто устраивать такие вечеринки, детей. Не нужно быть взрослым, чтобы отрываться по-взрослому. Можно быть ребенком и ходить на Kids Night Party. А с нами была передача «Дети в городе». Вечеринка Kids Night Party действительно состоялась. Всем пока! Мама!